История становления эстонского государства. Часть первая. Под властью иноземных завоевателей. Суверенная Эстония сегодня равный партнер для всех стран мира, но путь к свободе был длинным и сложным. На нынешней территории эстонцы проживают более 10 тысяч лет, но этот край всегда привлекал иноземных завоевателей. Борьба древних эстонцев за независимость закончилась поражением, народ подвергли крещению и закрепостили. С 13 до 18 века Эстонией правили Тевтонский орден, датские, польские и шведские короли. В начале Северной войны в 1700 году войска шведского короля Карла XII разгромили армию Петра I. Однако в конечном итоге Швеция проиграла войну и Эстонию присоединили к России. При этом сохранились привилегии дворян, духовенства и городов, а также местное право и лютеранская вера. Официальным языком был немецкий. Такой порядок назывался прибалтийским особым порядком. В 1816 и в 1819 годах крепостное право в Эстонии отменили. Начался рост самосознания эстонцев. Первой кульминацией национального пробуждения стал всеобщий певческий праздник в Тарту в 1869 году. Большая часть населения Эстонии в XIX веке была обучена грамоте. Стимулом к тому было также обстоятельство, что безграмотный мог не получить разрешение на брак. К началу Первой мировой войны число эстонцев с высшим образованием и студентов достигло примерно 1500. В годы правления Александра III в конце XIX века языком делопроизводства стал русский. Поощрялся переход эстонцев в православие и их миграция в малозаселенные районы России. Вся система образования подверглась русификации. Однако за пределами городов властвовали дворяне из числа балтийских немцев. Шведы-поморы были национальным меньшинством, жившим на побережье Западной Эстонии и островах уже с XIII века. В XVII веке в Эстонию бежали не подчинившиеся церковной реформе патриарха Никона русские староверы. Они поселились на западном берегу Чудского озера и до наших дней сохранили традиционный уклад жизни и религиозные обряды. С развитием промышленности из России в Эстонию стали завозить рабочих. В 1857 году начала работать Крингольмская мануфактура. В Таллине были основаны русско-балтийский судостроительный завод, завод-двигатель и другие предприятия. После Первой мировой войны большая часть русских вернулась на родину. В результате февральской революции 1917 года император Николай II отрекся от власти. В апреле Временное правительство предоставило автономию эстлянской губернии, к которой присоединили заселенную эстонцами северную часть Лифляндии. Губернским комиссаром назначили Яна Поску. В июне был избран эстлянский земский совет, а также совет старейшин во главе с Константином Пятцем. После большевистского переворота Земский совет 28 ноября 1917 года провозгласил себя верховной властью в Эстонии, но большевики разогнали его в тот же день. Действовавший в подполье совет старейшин составил манифест о независимости Эстонии и сформировал наделенный чрезвычайными полномочиями Комитет спасения из трех человек.
Стремлению к независимости Эстонии угрожали наступление немецких войск и большевистский террор. В этих условиях Комитет спасения Юрий Вильмс, Константин Пяц и Константин Коник провозгласил манифест о независимости Эстонии 23 февраля 1918 года в Пярну, а на следующий день в Таллине. Поэтому днем рождения Эстонской Республики считается 24 февраля. На следующий день немцы оккупировали Эстонию, не признав ее независимости. Пяц и другие народные лидеры были арестованы. В ноябре германская армия покинула Эстонию, передав власть эстонскому временному правительству. Немецкие войска ушли, но вслед за ними в Эстонию вторглась Красная армия. Началась освободительная война. Временное правительство Эстонии быстро сформировала армию, в рядах которой сражались также балтийские немцы, ингермланцы и русские. Командующим был назначен полковник Йохан Лайдонер. В декабре 1918 года в Финский залив вошел британский военный флот. На помощь пришли финские, шведские и датские добровольцы. В начале 1919 года Красная армия была вытеснена с территории Эстонии. 2 февраля 1920 года был заключен Тартусский мирный договор между Эстонской Республикой и Советской Россией. Стороны признали суверенитет друг друга. Часть вторая. Два первых десятилетия эстонского государства. Весной 1919 года было избрано учредительное собрание, первый парламент Эстонской Республики. В июне 1920 года была принята Конституция Эстонской Республики, которая гарантировала гражданам все демократические свободы. Независимость Эстонии признали крупные мировые державы, а в сентябре 1921 года Эстонскую Республику приняли в Лигу наций. Закон о культурной автономии от 1925 года гарантировал национальным меньшинствам право на культурное самоуправление и право открывать частные школы на национальном языке. Этими правами воспользовались немцы и евреи. Внутренняя политика страны в 20-е годы была нестабильной. Центральная роль парламента и большое количество партий приводили к частым правительственным кризисам. Свою роль играла также подрывная деятельность Коминтерна. 1 декабря 1924 года боевые группы, сформированные советскими агентами, попытались свергнуть эстонское правительство. Государственному старейшине Фридриху Акелю лишь чудом удалось избежать попадания в руки мятежников. Но народ их не поддержал, и мятеж был подавлен. Всемирный экономический кризис конца 20-х годов сильно ударил и по Эстонии. Последовали правительственные кризисы и политическое торгашество. На первый план выдвинулось популистское праворадикальное движение ветеранов освободительной войны, так называемых ВАПСов. Их целью было принятие новой конституции, которая дала бы широкие полномочия главе государства, уменьшив роль парламента. На референдуме народ проголосовал за проект конституции ВАПСов, и в апреле 1934 года главой эстонского государства, вероятно, был бы избран их кандидат, генерал-майор Андрес Ларка. Однако премьер-министр Константин Пяц опередил их и взял власть в свои руки, назначив главнокомандующим армии Йохана Лайдонера. Последовала эпоха молчания. В 30-е годы 20 века во многих странах Европы правили авторитарные, диктаторские или тоталитарные режимы. Авторитарный режим Константина Пяца был довольно мягким, но, тем не менее, демократические свободы были ограничены.
то же время экономическая ситуация улучшилась. Благодаря росту мировых цен на сельскохозяйственную продукцию началось оздоровление аграрного сектора страны. Больше внимания стали уделять промышленности, прежде всего сланцевой. Заметно развивались судоходство, машиностроение, лесная и легкая промышленность. Товаров хватало как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Ведущую роль играли предприятия, основанные на государственном капитале. Новая конституция страны вступила в силу в 1938 году. Президентом был избран Константин Пяц. Создавать независимые государства, поддерживать четкий порядок и развивать культуру способны только те народы, которые уважают право. Мы, эстонцы, никогда не относились к тем народам, которые бы добровольно отказались от своих прав и преклонялись перед несправедливостью и бесправием. Каким бы малым ни был наш народ, воли выступить за справедливость у нас достаточно. Пафос президента мог несколько успокоить соотечественников, но в мире становилось все тревожнее. До начала Второй мировой войны оставалось чуть больше года. В 1939 году международная обстановка накалилась до предела. Советский Союз желал получить в Балтии свободу действий. Западные страны не поддержали СССР, и последний пошел на сближение с Германией. 23 августа 1939 года они заключили пакт о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа. Секретный протокол к нему в нарушение норм международного права поделил Восточную Европу на сферы влияния. Цитирую. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, северные границы Литвы одновременно являются границей сфер интересов Германии и СССР. После этого Гитлер призвал соотечественников из других стран вернуться на историческую родину. Призыву последовали и немцы, жившие в Эстонии. Часть третья. Вторая мировая война и оккупация Эстонии. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Германия напала на Польшу. 17 сентября то же самое сделал Советский Союз. Польша была разгромлена и поделена между Германией и СССР. —
После этого Советский Союз навязал Эстонии, Латвии и Литве так называемые договоры о взаимопомощи, угрожая в противном случае применить силу. На помощь извне надежды не было. Эстония подписала договор 28 сентября 1939 года. На созданных здесь военных базах было размещено 25 тысяч человек. Финляндия отказалась подчиниться давлению, и 30 ноября 1939 года Советский Союз напал на нее. Началась Зимняя война. Летом 1940 года мир внимательно следил за событиями во Франции. 14 июня пал Париж. В тот же день началась военная агрессия Советского Союза против Эстонии. 16 июня СССР предъявил Эстонии ультиматум, требуя ввести на территорию Эстонской Республики дополнительный контингент войск и сформировать просоветское правительство. На следующий день Красная Армия оккупировала Эстонию. Сюда ввели дополнительно более 70 тысяч солдат. 21 июня президент Пяц под давлением советского эмиссара Андрея Жданова назначил марионеточное правительство Йоханнеса Вареса Барбаруса. Москва желала имитировать внутригосударственный политический процесс. По распоряжению Жданова 21 июня была инсценирована демонстрация в поддержку советских требований. Демонстрацию охраняли бронеавтомобили и вооруженные патрули Красной Армии. В июле Москва организовала в трех государствах Балтии псевдовыборы. 21 июля 1940 года ровно в 12 часов дня одновременно собрались три псевдопарламента, которые проголосовали за переименование своих государств в Советские Социалистические Республики и приняли решение о вступлении в СССР. Несогласным с этим депутатам угрожали репрессиями. 6 августа 1940 года Эстония была включена в состав СССР. Аннексия была осуществлена. Соединенные Штаты Америки, а после войны и большинство других западных стран не признали аннексию балтийских стран. После начала советско-германской войны многие жители Эстонии с нетерпением ждали того, чтобы немецкая армия прогнала ненавистных большевиков, поскольку советская репрессивная политика настроила большинство эстонского населения против Советского Союза. Немцы же вместо восстановления независимости Эстонии создали лишь так называемое эстонское самоуправление, подчинявшееся германскому генерал-комиссару. Советская оккупация сменилась немецкой. За один год советской оккупации было арестовано 7 тысяч и депортировано 10 тысяч человек. Большинство было казнено или погибло в Сибири. За три года немецкой оккупации было убито 8 тысяч жителей Эстонии, из них примерно 1000 евреев и 1000 русских. В 1941 году советские власти мобилизовали в Эстонии более 30 тысяч человек. Из них в России был сформирован эстонский стрелковый корпус. В немецкой армии воевало около 70 тысяч в основном мобилизованных эстонцев. Это была чужая война в чужих мундирах. Из 100 тысяч парней, оказавшихся на фронте, примерно треть не вернулась. 1943 и 1944 годах несколько тысяч эстонцев, не желавших служить немцам, бежало в Финляндию, где был сформирован эстонский полк, сражавшийся против Красной Армии на Карельском перешейке. В феврале 1944 года Красная Армия подошла к эстонским границам, где фронт остановился более чем на полгода. Летом 1944 года в Синемае прошли кровавые сражения, и лишь 17 сентября началось отступление немцев из Эстонии.
18 сентября Юрий Улуоц назначил в должность правительства республики во главе с Отто Тифом, о чем сообщили также финские и шведские газеты. 22 сентября Красная армия заняла Таллин. Большинство членов правительства арестовали и приговорили к смерти или длительному сроку заключения. Той же осенью 1944 года на Запад бежало около 70 тысяч человек, положивших начало активному эстонскому сообществу за рубежом. Неосуществленное правительством Тифа стало притворять в Швеции эстонское правительство в изгнании, сохраняя правопреемственность Эстонской республики. После войны Эстония была в руинах. Численность населения упала, но доля эстонцев выросла почти до 95%. Ранее жившие здесь немцы оказались в Германии. Шведов эвакуировали в 1944 году в Швецию, а евреев, попавших в руки нацистов, уничтожили. Часть четвертая. 50 лет советской аннексии. Восстановление независимости. В конце 1944 года продолжилась начавшаяся до войны советизация Эстонии. Границы были заперты так называемым «железным занавесом». Репрессии продолжались. На полках архива КГБ Эстонской ССР скопились десятки тысяч папок с делами репрессированных. В каждой из них судьбы 3-5 человек. Депортации осуществлялись органами МГБ и МВД. В 1945 году в Сибирь отправили несколько сот оставшихся в Эстонии немцев. В 1949 было депортировано более 20 тысяч человек, в основном крестьян. Наконец, власти взялись и за свидетелей Иеговы. Смириться с такой ситуацией было невозможно. После войны в Эстонии продолжалось вооруженное сопротивление, лесное братство, и число его участников могло достигать 30 тысяч человек. В этой борьбе погибло более 2 тысяч человек. Лишь к началу 50-х годов власти смогли ослабить сопротивление. Страх после массовой депортации 1949 года вынудил крестьян вступать в колхозы. Это повлекло за собой быстрый спад сельскохозяйственного производства. Следующее десятилетие выдалось невиданно тяжким. Гнев, связанный с конфискацией земли и скота, дополнялся недоумением, почему успешно работавшие хутора были уничтожены, а вместо них созданы малоэффективные колхозы. После смерти Сталина в 1953 году арестованные и депортированные стали возвращаться в Эстонию. Таких было примерно 30 тысяч человек. Некоторым удалось вернуться в Эстонию лишь спустя пару десятилетий. После ликвидации в 1956 году национальных воинских частей эстонские парни служили по всей территории Советского Союза, что было одной из наиболее суровых обязанностей, сопутствовавших советской аннексии. В Эстонии началась характерная для Советского Союза массивная индустриализация, особенно в сланцевых районах Северо-Востока и в Таллине. Большая доля рабочей силы привлекалась из Советского Союза. Жизнь в Эстонии считалась более благополучной, и сюда ехали охотно. Иммиграционным насосом была также армия. Многие демобилизованные офицеры вместе с семьями оставались или поселялись в Эстонии. Поэтому национальный состав населения стал быстро меняться. Прежде всего, возросла доля русского населения. Удельный вес эстонцев уменьшился к 1989 году до 61,5%,
что вызывало у коренного населения обоснованную тревогу. Несмотря на высокий по советским меркам уровень жизни, в Эстонии наблюдались все нюансы социалистического строя. Прежде всего, это был дефицит товаров. У соседа не спрашивали, где купил, а спрашивали, где достал. Со второй половины 70-х годов экономическое положение в СССР ухудшилось. Полки в магазинах опустели, и люди в погоне за дефицитом были способны затоптать как своих сограждан, так и собственное достоинство. С приходом к власти Михаила Горбачева в 1985 году товаров на прилавках не прибавилось, но благодаря политике гласности и перестройки в стране повеяло свободой. Одной из первых кампаний протеста в Эстонии стала так называемая «фосфоритная война». Планы центральных властей по созданию в Ляйна-Вирума гигантского карьера могли повлечь огромные экологические риски, а также приток извне десятков тысяч рабочих. Массовый народный протест весной 1987 года положил конец этим планам. Активность народа росла. Требования обнародовать пакт Молотова-Риббентропа, объединенный пленум творческих союзов, создание Народного фронта, молодежная колонна. На днях защиты памятников старины были впервые вынесены национальные цвета синий, черный и белый в виде отдельных полотнищ. Появились первые партии. Летом 1988 года прошли ночные певческие праздники с участием сотен тысяч человек. Развернулось движение комитетов граждан Эстонии. Был сформирован Конгресс Эстонии, который на своем первом заседании 11 марта 1990 года принял манифест о стремлении эстонского народа восстановить Эстонскую республику на основе принципа правопреемственности и Тартусского мирного договора. В 1990 году был избран новый Верховный Совет Эстонской ССР. Его председателем стал Арнольд Рюйтель. 30 марта Верховный Совет признал власть СССР в Эстонии незаконной. 3 марта 1991 года прошел референдум, на котором 77,8% голосовавших были за независимую Эстонию. Августовский путч 1991 года в Москве привел к окончательному восстановлению эстонской независимости. Несмотря на то, что в Таллин были направлены подразделения воздушно-десантной дивизии, Эстонский Верховный Совет и Конгресс Эстонии приняли решение провозгласить восстановление независимости страны. Кто за то, чтобы принять постановление Верховного Совета Эстонской Республики о государственной независимости Эстонии, прошу проголосовать. За это предложение 69 депутатов, против и воздержавшихся нет. Постановление принято. Западные страны и Борис Ельцин, как президент России, признали независимость Эстонии. Этот акт справедливый, нужный, своевременный, так что я его подписал указ с удовольствием. Я поздравляю вас. Я думаю, что это... Поздравляю вас с государственной независимостью. В сентябре 1991 года Эстония была принята в Организацию Объединенных Наций. В июне 1992 года была проведена денежная реформа, и на смену советскому рублю пришла эстонская крона. Той же осенью к работе приступили 7-й состав Риигикогу, правительство республики во главе с Мартом Ларом и президент республики Ленарт Мэри. В 1994 году из Эстонии были выведены российские войска.
В 2004 году Эстония вступила в Европейский Союз и НАТО. Государственные символы. Государственный флаг Эстонии. Первый синий-черно-белый флаг был освящен в качестве флага эстонского студенческого общества 4 июня 1884 года в Отепе. К началу 20 века триколор стал эстонским национальным флагом. В июне 1922 года парламент страны утвердил синий-черно-белый флаг в качестве государственного флага Эстонии. После ее присоединения к Советскому Союзу в 1940 году использование этого флага и сине-черно-белой комбинации цветов было запрещено. Вновь эстонские национальные цвета стали открыто использоваться в 1987-88 годах. 24 февраля 1989 года национальный флаг подняли на башне Длинный Герман в Таллине. Закон о государственном флаге был провозглашен 6 апреля 1993 года. Государственный герб Эстонии. Мотивы государственного герба Эстонии зародились в XIII веке, когда датский король Вальдемар II подарил Таллину герб с тремя львами, похожий на датский. Эти же мотивы имелись в гербе Истлянской губернии, утвержденном Екатериной II в 1788 году. Риги-Когу утвердил государственный герб Эстонии 19 июня 1925 года. После оккупации Эстонии Советским Союзом в 1940 году использование прежнего герба было запрещено. Эстонский герб вернул свой статус 7 августа 1990 года. Закон о государственном гербе был провозглашен 6 апреля 1993 года. Гимн Эстонской Республики. Государственным гимном Эстонской Республики является песня «Муисама муын ярым» – «Отчизна, счастье и радость моя». Автором музыки является финский композитор немецкого происхождения Фредрик Пациус, а слов – Йохан Вольдемар Янсен. В Эстонии эта песня была впервые исполнена на первом певческом празднике в 1869 году. В дальнейшем она приобрела большую популярность. Мелодия Пациуса стала государственным гимном как Финляндии, так и Эстонии. Песня «Муисама муын ярым» была утверждена в качестве государственного гимна Эстонской Республики в 1920 году. В период советской оккупации эстонский гимн был строго запрещен. После восстановления независимости Эстонии в 1991 году государственному гимну вернули его статус.